психологічну тему продовжуємо в ефірі. До марафону доєднується гостя. Це Наталія Ломоносова, психолог, психологиня, правильно сказати. А долучається пані Наталія, вітаю вас. Вітаю всіх, доброго дня. Добрий день. Пані Наталія, я не знаю, чи ви чули, принаймні, що якийсь сюжет був щойно в ефірі, але це був сюжет, матеріал про мережу в Україні центрів психологічної допомоги для жінок, дружніх просторів, так? Як фахівець, яку оцінку ви дасте такому проєкту і взагалі, наскільки це важливо, отакі центри і наскільки важливо займатися психологічним здоров'ям, особливо під час війни? Це вкрай як важливо, і ми маємо зараз зробити це на государственному рівні, розумієте? Це має бути професійно, це має бути, слідує протоколам роботи, бо це ми не перші, які зіткнулися з такою проблемою, як ПТСР, і весь світ, наприклад, Америка, Європа. Лікарі вже знають, як з цим працювати, які ознаки і що треба робити, і наскільки це страшна така проблема, яка, якщо дозволите, я швидше зможу розмовляти. Це така проблема, яка ПТСР убивает виживших на самом деле. То есть ті, хто якраз вижили, потім у них розрушається психіка. И заниматься ими необходимо, потому что люди начинают прятаться от как раз. То есть один из симптомов – это избегание. То есть у меня нет ничего, у меня нет никакого ПТСР, я просто не хочу общаться, не трогайте меня, не приставайте и так далее. Скажіть, будь ласка, от таке питання дуже цікаве, на мій погляд. Ви погодитеся, напевно, ви краще знаєте за мене, але, напевно, я не помиляюся, що насправді всі ці теми поглиблено, цікавість і усвідомлення актуальності психологічних практик і так далі, вони відносно молоді у нас, на нашому ґрунті. І я дуже добре пам'ятаю, що ще у радянському і пострадянському суспільстві був такий погляд, що, мовляв, як ви сказали, це от на Заході там всі до психолога ходять, це з ними щось не так. А в нас все нормально, все гаразд. Чому була така, був такий погляд у радянських і пострадянських людей? Як ви вважаєте? Слухайте, це ви таке питання задали. Я не знаю, чому це був такий погляд. Ну, хочеться відповісти, мабуть, тому що не довіряють психологам, бо це, мабуть, таке нове. Ну, я не розумію, як це може бути новим, якщо вже більше 20 років дослідженням, наприклад, по ПТСР. Дослідженням. Тобто нічого нового тут немає. А вот не доверять, ну, я думаю, что в этом есть какая-то наша такая, может быть, национальная, мы люди, которые, мы украинцы, мы делимся, мы как бы, мы вот прийти к соседям, мы живем семьями, мы, у нас очень как бы легко происходит этот эмоциональный процессинг, это очень важно, в отличие, например, там, от европейцев или от американского образа жизни, где ты как бы сам по себе закрыт, если проблема, ты обращаешься куда-то, но точно не рассказываешь, не вешаешь ее на близких, там, не рассказываешь, не делишься ею с соседями или с коллегами, мы нет, мы очень открытые. И с одной стороны, это нам всегда помогало, как бы зачем идти к психологу, чтобы поговорить, за это еще деньги платить, как бы, да, правильно? Вот. А с другой стороны, конечно, когда мы столкнулись с серьезной проблемой, нам совершенно необходимо, во-первых, настоящее обучение, именно работать с этой проблемой, именно с ПТСР, профессионально к этому подойти. А во-вторых, конечно, перестраивать, как бы объяснять людям, что на самом деле разговаривать есть вещи, про которые пойти поговорить к соседке, вот как сейчас, потому что пересказывать травмы друг другу – это еще сильнее инвалидизировать себя. То есть вот этот сам пересказ должен быть правильно структурирован. То есть там нет вообще никаких мелочей. Нельзя к травме сразу напрямую подходить. Должно быть вот, как бы сам процесс. То есть первые шаги, они должны быть как бы в обход обязательно, не касаясь травмы напрямую, через там различные косвенные техники, через тело и так далее, медленно подходя к самой к травме, правильно ее как бы с ней работать. Потому что если с ней работать неправильно, ну давай расскажи, какой ужас! Це вот это все. Це тільки делать ще хуже, хуже і хуже. Скажіть, будь ласка, а чи існує в Україні надійна школа підготовки таких фахівців?
Ще ні, але я сподіваюся, що ми, ну так, мій досвід таке, бо я займалася ПТСР ще коли там у нас 14-й рік. І ну, нічого там дійсно професійного не відбувалося. Тобто ми до цього не відносимось, такого відношення серйозного не було. Розумієте, там, тобто, там вважають, психологи роблять, що можуть, там, я не знаю, там, арт-терапія, погулять, как бы, пообщаться. Это все очень хорошо, замечательно, это успокаивает, там, сближает людей, дает им ощущение, что они не одни, это все замечательно. Но на самом деле там должны быть правильные, то есть золотой протокол, golden standard, так и называется, в общем. Mm-hmm. Специальные протоколы лечения и работы с ПТСР. Более того, когда спрашивают, есть ли у вас симптомы, это очень, ну, как бы странный момент. С одной стороны, вот если по телевизору начинают рассказывать про симптомы, начинается стигматизация. Все друг друга, так, у тебя ПТСР. Ой, у тебя что, ПТСР? Нет, у меня не ПТСР, ни в коем случае, только не у меня. Это как раньше было с депрессией. В общем, это только усугубляет на самом деле проблему, потому что ПТСР не имеет какого-то яркого, то есть они вырастают рог на лбу, как бы, и всем сразу видно, что как бы ты заболел. Нет, то есть там очень много мелких таких проявлений, на самом, ну, вот, которые необходимо анкетирование. Вот, например, как в Америке, то есть такое, как это сказать, когда ты имени, анонимное анкетирование, бесплатное, доступное, когда ты заходишь, и ты можешь пройтись по опроснику, который проявляет, есть ли и какой степени, и самое главное, дает тебе тут же, куда, в какой центр обратиться, где специалисты подготовленные займутся, ты будешь в надежных руках, потому что новость вообще хорошая. Вот я не хочу пугать людей, я хочу сказать, что ПТСР лечится, и те травмы, с которыми мы столкнулись, психотерапия к этому готова. Есть лечение, есть вообще инновационнейшие методы, которые позволяют, если раньше, например, для работы с ПТСР там, до 5 лет могло уходить там, от проговаривания всего, сейчас, например, есть там, ну, VR-технологии, которые позволяют работать с ПТСР 12 сессий и снимаются полностью симптомы. То есть инструменты, есть технологии, есть протоколы лечения, есть исследования доказанные, все. То есть мы можем с этим справиться. И достаточно быстро, гораздо быстрее, чем другие люди, как бы, которые нарабатывали эти исследования. Просто нам нужно серьезнейшим образом подойти к этому вопросу, отнестись к нему. На государственном уровне сделать, как бы, закрыть этот вопрос, потому что это будет касаться всех. Потому что ПТСР – это посттравматическое стрессовое расстройство. Не только военные прежде всего, затем свидетели трагедий. Затем мирные жители, которые остались в укрытиях. Затем беженцы, которым пришлось побросить все, как бы убежать и в неизвестности так, находиться. Це усвідомлення небезпеки, воно прийде пізніше. Да, да. Пані Наталя, на жаль, дуже мало в нас часу. Нам треба вже передавати слово іншим нашим колегам, тому що марафон триває постійно. Я вам дуже дякую. Я вам дуже дякую. Окрема дяка за тезу про те, що не треба себе діагностувати. Я думаю, люди це зрозуміли, ті, котрі зараз нас дивляться. Я дуже дякую вам і собі. Вам за те, що ви це сказали, собі, що я не поставив питання, значить, які симптоми можуть бути. Так що нам обом з вами дякую. Зичу вам гарного дня і нагадаю, що це Наталія Ломоносова, психологиня, була у нас на зв'язку. Ми ще побачимося обов'язково. На все добре.